Так, видео для тех, кто не понял, что это была такая за штука. Это тиски для захвата подвесок. Так работают. Максимальный диаметр 200 мм. А давление регулируется, сила захвата. Вот берем перо, примерим. Ты меня не снимай, Макс. Или ты снял? Все, оно не проворачивается, ничего, можем с ним делать все что угодно. Также вот так. Все. Намертво. Теперь такие накладочки надеваем. Ну тут еще будут алюминиевые такие накладки, чтобы более бережно зажимать. Ну, допустим, берем шток. Все, можно делать с ним тоже, откручивать, там закручивать, что угодно. Как-то так. Всем спасибо за просмотр.